Доктор! Доктор, ну как он? Все хорошо. Его жизни ничего не угрожает. А когда я смогу его увидеть? А кем он вам приходится? Практически никем. Мы знакомы всего 3 дня. Слушайте, какой вы замечательный человек. Почти незнакомого привозите в больницу. Заботитесь о нем. Тут многие о своих родственниках так не заботятся. А когда его выпишут из больницы? Ну, понимаете, у него множественные переломы, порезы, сотрясение мозга. Давайте мы проведем диагностику и поймем, когда его сможем выписать. Хорошо? Да. А я могу с ним поговорить? Вот я думаю, это невозможно. Он сейчас спит после операции. А давайте вы скажите мне, а я ему передам, когда он придет в себя. Хорошо? Хорошо. Тогда спросите у него, пожалуйста, сдала я на права или нет?